Печальная новость. На 51-м году жизни скончался генеральный директор крупнейшей строительной компании «Марго» Скульский Владимир Петрович. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Родственники и коллеги Владимира Петровича сообщают, что попрощаться с усопшим можно будет завтра с 11 до 13 часов в офисе компании «Марго» по адресу Соколиный проспект, дом 28. Анастасия Тарасова, новости ну вот. Киев. Спасибо, Анастасия. На этом как ты и хотела, он умер. С вами была Диана Климова. И далее эфир нашего канала... Есть справедливость. Балет. На этом свете. Мам, я тебе там привез сахар, сигареты и печенье. А деньги ты принес? Здесь деньги нужны. Мыло дороже французской туши стоит. Мам, у меня сейчас нет денег. Я привезу тебе в следующий месяц. Что, Вера все потратила? Мам, я же говорю, я обещаю, что найду тебе деньги. Ты не найдешь ты ни черта, я здесь сдохну. Пока ты найдешь. Все будет хорошо. Деньги будут. Пожалуйста, поешь. Я сам приготовил тебе котлет с картошкой. Тут такой баланды кормят. Ты прости меня, ладно? Вера, она, конечно, такая, какая она есть. А потом ей самой сейчас питаться хорошо надо. И деньги вам еще самим понадобятся. Главное, чтобы Скульский вас больше не трогал. Мам, Скульский умер. Когда? Дня 3-4 назад. Сегодня вроде хоронят. И вон туда же. Кладите цветы. Конечно, сволочь. Только ты забудься о ней. Надо, чтобы она
малыша здоровеньким родила. Я, наверное, жалко, не увижу, как он родится. Когда выйду, он, наверное, уже взрослым будет, да? Мам, все хорошо. И с Верой, и с малышом. Прости. Прости. Там начальник просил тебя зайти к нему поговорить. Да. Ты зайди, ладно? Я зайду. Ты ешь, пожалуйста. Вот, братка, смотри, сделка уже себя окупила. А ты мне не верил. Я сам, если честно, не видел, чтобы деньги так быстро работать начали. Твоя доля. Тут на все хватит. И на сиделку, и на все радости жизни. Значит, разбегаемся. Будь. Ты же знаешь, что ради тебя я на все готов. Просто сейчас у меня свое дело, я свою жизнь начинаю, понимаешь? Я дом покупаю. Да я понимаю. Давай за это выпьем. Будь. Ну я же никуда не уезжаю, я рядом. Если вдруг помощь нужна, то только свистни. Да, кстати, по поводу сиделки. Ангелина Борисовна, заходите. Здравствуйте. Вот знакомьтесь, брат мой Бодя. Оставляю его на ваше попечение. Все, братка, я погнал. Сегодня дом выбираю. Я Ангелина Борисовна. Ну, присаживайтесь. Спасибо. Ваша мама ведет себя хорошо, работает, даже перевыполняет норму, ни с кем не ссорится. Ну, побольше бы таких заключенных. Это каламбур. Нет, ну, сразу видно, что вашей маме здесь не место, что ее подставили. Да и потом здоровье шалит. Ну, что же делать? Нужно, чтобы врачи нашли более тяжелый диагноз. Понимаете меня? Не понимаю. Нужно, во-первых, найти адвоката, который бы вам объяснил, в каких случаях дается условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья. Во-вторых, нужно найти врача, который бы смог подтвердить этот диагноз. И в-третьих, я подпишу хорошую характеристику. Спасибо. Да ну за что? Ну, за человеческое отношение. Надо перестать. Мы же не звери, я вас умоляю. И потом, я же здесь уже в этом кресле. Вы себе не представляете, не первый год. Я умею отличить Маруху от хорошего человека. Я же сразу говорю, что ваша мама честный человек. Ее просто подставили. Вы знаете, я вам помогу. Но, извините, не просто так. У меня ведь семья, дети. Я понимаю. Нет, вы, видно, не до конца это понимаете. Что сделаешь? Вот и хорошо. Я думаю, мы договоримся. У вас какие-нибудь пожелания, просьбы будут? У мамы тяжелая гипертония. Вы могли бы, пожалуйста, больницу положить? Конечно, о чем вы говорите? Конечно. Положим, подлечим, подлатаем. Но ей нельзя так быстро выздоравливать. Это не в ваших интересах. Так что поторопитесь. Пойдемте, я вас провожу.
Добрый день, Риточка. Обживаетесь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Рита, нам нужно внести ясность в наши отношения. Так будет намного проще. Слушаю вас. Вы все равно уезжаете. Я знаю, что у вас в Англии хорошо налаженная жизнь, карьера на мази. Поэтому нужно здесь назначить управляющего компанию. Назначайте и уезжайте спокойно. Будете жить припеваючи на дивиденды. Я хочу, чтобы вы знали, что ваш отец мне доверял. Николай Андреевич, я хочу вас огорчить, но я остаюсь. Я буду руководить компанией, так хотел папа. Неожиданно. Но это случится в том случае, если совет директоров пойдет на то, чтобы вы встали у руля. Но контрольный пакет у меня. Не совсем. 35% принадлежат инвесторам. Если они будут против вашей кандидатуры, то управлять компанией придется вдвоем. Со мной. Вот именно так хотел ваш отец. Чтобы вы по своей неопытности не наворотили какой-нибудь ерунды, понимаете? Понимаю. Давайте предоставим инвесторам возможность решать. Что-нибудь еще? Хорошо. Приступ мы купировали, сегодня выписываем. Но больная должна помогать медикам, а Бронислава Яновна находится в тяжелейшей депрессии. Что она говорит? Вы ей человек не чужой. Скрывать от вас не буду. Она не хочет жить. Ей нужно постоянное наблюдение у хорошего психиатра. Кстати, могу порекомендовать. Все настолько серьезно? Мне кажется, да. Поговорите вы с ней. Возможно, это поможет. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Бронечка Яновна. Я вам тут виноград принесла. Рит. Спасибо. Ты так заботишься обо мне. Отдельную палату оплатил. Зачем? Я бы вообще полежала. Но мы же не чужие люди. Как иначе? Спасибо, но... Не надо обо мне беспокоиться. И навещать было не обязательно. Мне лучше, меня сегодня выписывают. Иди домой. Почему? Потому что я напоминаю вам о папе. Нет. Что ты... Ты совсем не похожа на своего папу. Что я говорю? Бронечка Яновна, я подумала, я должна возглавить компанию. Поэтому я жду вас завтра на рабочем месте. Сегодня вас выписывают, а завтра вы приходите. Риточка, ты прости меня, Баба Радя, но я хочу уволиться. Отказ не принимается. Я не смогу работать без вас. Поэтому вы берете себя в руки и приходите. Договорились? Вы сильная, вы справитесь.
Мы с папой за глаза вас броня называли. А сейчас мне нужна ваша помощь. Да. Маргарита Владимировна. Расскажите мне, пожалуйста, об инвесторах нашей компании поподробнее. И о всех сотрудниках. Особенно меня интересует Одинцов. Ну что, как там наша броня? Неважно. В депрессии больница собирается. Она так папу любила. Да, я понимаю. Может быть, лучше действительно дать ей отдохнуть? На цепи ты ее возле себя все равно не удержишь. Я понимаю, но я хочу, чтобы она осталась. Дай бог. Что, давай отвезу тебя домой? Только быстро, а то у меня через час встреча с инвесторами по южному. Я поеду с тобой. Рит. Дай себе еще денек, а? Ты же мне доверяешь? Я справлюсь. Да, наверное, ты прав. Ну вот, слава. Кир, знаешь, меня мучает один вопрос. Какой? Кто мог заказать фото Ани? Наверное, сам Владимир Петрович. Хотел ее проверить. В конце концов, сейчас-то какая разница? Просто получается, кто эти фотографии заказал, тот папу и убил? То есть виновата не Аня, которая ему изменяла, а человек, который вывел ее на чистую воду? Ты видел ее на похоронах? Да, видел. Она плакала. Мне показалось, была такая искренняя. Ритка. Просто слишком добрая. И всем веришь. Ладно, поехали. Максим. Вы так хорошо стартовали. И что теперь мы имеем? Я работаю, Елена Павловна. Я не вижу результата вашей работы. Вот, за последний месяц вы не продали ни одной рекламной площади. Я работаю со старыми клиентами. Старые клиенты могут отвалиться в любой момент. Вы должны это понимать. Я понимаю, что должен работать с новыми рекламодателями. Я работаю за проценты. Послушайте. Я вам дам 2 месяца. И по результатам вашей работы решу, что с вами делать. Что со мной делать? Ну, если вы мне приведете не меньше 5 новых рекламодателей, я вам могу дать хороший оклад. Ну и ваши законные проценты. А если нет? Что, уволите меня? А вы не хотите сделать карьеру? Рекламщика? Почему нет? Вы могли бы добиться успеха. Только вам что-то постоянно мешает. Я не пойму, что. Вы не высыпаетесь? У вас плохие жилищные условия? Может, маленький ребенок? Нет, детей у меня нет. Условия, грех жаловаться, но пока так. Тогда я вообще не понимаю, что с вами происходит. Вы умный. Образованный, креативный молодой человек. Я устаю, Елена Павловна. Обещаю, я исправлюсь. Правда. А может быть, вы просто не умеете отдыхать? Нужно отвлекаться от работы и от проблем. А хотите пойти со мной завтра на футбол? На футбол? Вы что, увлекаетесь футболом? А что вас удивляет? Я спортивный журналист.
тому же и сама раньше неплохо играла. Ну так как? Не знаю. Как-то никогда футбол не любил. Ну, просто не понимаю эту игру. Я пойду. Пойду обзванивать по справочнику. Максим, я хотела бы, чтобы вы сделали карьеру в нашей фирме. Я могла бы вас отправить на курсы повышения квалификации. Недавно американцы открыли. Дороговато, конечно. Но фирма может все оплатить. Словом, через 2 месяца посмотрим на результаты вашей работы и все решим. Хорошо? Хорошо. И вот еще. Корпоративный телефон, чтобы вы всегда были на связи. Спасибо. Он оплачен. Я вас больше не задерживаю. До свидания. Работайте. Скажите, Кирилл, а пока у вас нет нового генерального директора, мы можем обсуждать наши вопросы? Именно сейчас мы можем их обсуждать. Понимаете, Густав, пока в компании без власти, я могу вывести часть инвестиций в офшор. А оттуда вы легко заберете свою долю. Конечно, все документы будут оформлены так, что никто не подкопается. А что со сроками строительства? Нам надо их двигать? Знаете, как говорят на Востоке, за этот срок умру либо я, либо султан, либо осел. Осел? Кто съел? У меня... Я не понимаю. У меня есть 2 варианта решения этого вопроса. Во-первых, мы можем удешевить производство. Во-вторых, можем поднять стоимость продаж. За счет этого мы компенсируем и цены, и сроки. Шеф. Хорошо. Здесь очень хорошо. Кирилл. С вами очень приятное мне дело. Со своей стороны, я обязательно ускорю 2-й транш. Кирилл, мы с вами заработаем неплохие деньги на этом проекте. Густав, у меня есть к вам просьба личного характера. Я обитый? Да, пожалуйста. Необходимо, чтобы на совете директоров акционеры проголосовали, чтобы у руля компании стала дочь Скульского, Маргарита. А у нее есть это... Как это по-русски? Соответствующее образование? Ну, конечно, у нее есть английский диплом Йоркского университета. Но не это самое главное. Важнее то, что с ней будет гораздо удобнее работать. У меня есть на нее определенное влияние, ну и планы личного характера. Зеку. Очень хорошо. Ну что ж, тогда давайте выпьем за вашу личную дружбу. Дружбу, да? Веронька, привет. А, Жор, привет. Как поторговала сегодня? Нормально? Ничего, нормально. Тося приходила, мы с ней все посчитали, выручку я ей отдала. Хорошо. Жаль, что я не успел. Ты собирался? Ты же сегодня на других точках. Да я шучу. Что такая серьезная, а? Домой собираешься? Ну, а куда еще? Могу предложить кино, театр, ресторан. Шутишь? Шучу. У меня там хатка-богатка снята, а Таська про это ничего не знает. Поехали ко мне. Я замужем. Что ты лезешь ко мне все время? Ты замужем, я женат, это никогда никому не мешало. Поехали ко мне. Поехали. Я покувыркаю. Отвали от меня! Ты нормальная вообще? Я тебя на работу взял, девку с улицы. Бабло нормально оплачу. Чего ты ерепенишься? А что ты мне сделаешь? Уволишь меня? Во-первых, мне надоело сидеть в твоем вонючем ларьке. А во-вторых, если ты еще раз ко мне свои руки паршивые протянешь, я все твоей жене расскажу, понял меня? И она мне поверит, можешь не сомневаться.
чего аппетит таскаешь сама? Потому что кушать хочется, а тебя не дождешься. Что с настроением? Мне Жора опять достал. Хочешь, я морду ему набью? Слушай, мне до конца месяца осталась одна смена. Давай я ее доработаю и уйду. Значит, потом обязательно набью. А потом можешь делать, что хочешь. Да. Чай, пойдем. Доброе утро, Бронислава Яновна. Я очень рада, что вы меня послушались. Доброе утро, Риточка. О, простите, Бога ради, Маргарита Владимировна. Я тоже вас очень рада видеть. И да, вы правы, мне без этой работы будет только хуже. Бронислава Яновна, только не называйте меня Маргарита Владимировна. Для вас я всегда Рита и на ты. Договор? Договор, но только не при сотрудниках. Договор? Вы теперь руководитель крупной компании. Вам нужно привыкать. Да, я подготовила для вас подборку первоочередных договоров. Особенно обратите внимание на проект «Южный». Угу. Хорошо, спасибо. Еще, Криточка. Простите меня, но по поводу тех фотографий, я думаю, что вы правы. Я думаю, что не мог Владимир Петрович заказать слежку за Аней. Мне кажется, что это кто-то сделал без его ведома. Да, и для отца это было полной неожиданностью. И поэтому мне кажется, что нужно проконсультироваться у частного детектива. Есть такой. Григорий, я сейчас вам дам его визитку. Если вам не сложно, позвоните ему, хорошо? Да, конечно. И попросите его узнать, кто заказчик. Да, конечно, я это сделаю. Прошу вас. Спасибо. Камеру устанавливал профессионал, качество фотографий хорошее. Но происходящее вызывает у меня массу вопросов. Я бы не сказал, что девушка участвует в процессе добровольно. Что, действительно, она могла быть не виновата? Нет, у них с этим парнем явно что-то было. Они не чужие люди. Но в данной ситуации она явно против. А что, если именно этот молодой человек все подстроил? К примеру, чтобы скомпрометировать девушку в глазах Скользкого и вернуть ее. Логично. Но если бы наш герой был в курсе процесса, он бы сам нехотя так в полглаза поглядывал в сторону камеры. А он явно ничего не знает. Наши провокаторы действовали наугад, но не прогадали. Да. Похоже на то. Григорий, а можно как-то узнать, кто заказал и сделал эти фотографии? Я постараюсь. А хотите кофе, пока я буду заниматься договором? А хочу. Давайте я сделаю. На двоих. Все равно же договор займет какое-то время. Если вас это не затруднит. Где у вас раковина? Пап, извини, что побеспокоил. Мне просто уже не к кому обратиться сейчас. Нет, я работаю. Да, с первой все в порядке. Мне для мамы деньги нужны. Сказали, что уже можно начинать хлопотать об освобождении по УДО. Для этого нужен адвокат. Как она, пап, плохо болеет? Я не завожусь, просто ты знаешь, как она попала в эту историю с кафе.
Послушай, пожалуйста, если бы ты не уехал, ничего бы этого не случилось. Будь, пожалуйста, человеком. Мама много для тебя сделала и развод тебе дала после всех лет жизни, хотя понимала, что ни ее, ни нас перевозить не собираешься. Да, этой суммы достаточно. Спасибо. И сколько папа даст денег? 3000. Класс. И ты все это на адвоката потратишь, да? Я собираюсь потратить на свою мать. На ее восстановление. Ей нужно восстановиться после всего, что было. Поехать куда-нибудь. Почему ты не подумал, что мне надо будет восстановиться после того, как я ребенка нашего потеряла, а? Почему ты у папы своего ни копейки на меня не попросил? Я 3 дня дома полежала и пошла в ларек с поганой торговать. Вера, Вера, ты что? С тобой все нормально, у матери вопрос жизни и смерти. Это с твоей матерью все нормально. Она сидит там в общем режиме, варежки вышивает, еще деньги зарабатывает. А я целыми днями, куда ты пошел? Да подальше от тебя, ты достала меня. Достала? Ну и вали к черту, можешь не возвращаться. Добрый день. Здравствуйте, Маргарита Владимировна. Спасибо, благодарю вас. Все готово. Я очень волнуюсь. Тихо, все будет хорошо. Я буду держать за тебя кулачки. Да. Добрый день, Рита. Надо же, вы уже на месте. Обычно я первым прихожу. Маргарита Владимировна, может быть, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Прошу всех занять свои места. Можем начинать. Маргарита Владимировна, с вашего позволения, я вас всем представлю. Еще во время нашей учебы в университете в Англии Маргарита Владимировна разработала и воплотила в жизнь идею развития малого бизнеса до крупной сетевой компании. И получила предложение работать в одной из самых крупнейших торговых корпораций. Ну так и работала у себя на здоровье. При всем уважении, Маргарита Владимировна слишком молода. Скажите, как вы будете руководить такой крупной компанией? Вы же разрушите то, что с таким трудом построил ваш отец. Простите, Николай Андреевич, но Маргарита Владимировна креативна и опирается на опыт западных компаний. Да бросьте вы, Кирилл, скажите тоже. У нас эти западные штучки не работают. Я, конечно, могу быть неправ. Но для того, чтобы дать возможность Маргарите Владимировне освоиться, понять, что к чему и всякое такое прочее, понадобится несколько лет. А потом она примет решение, что все руководство компании надо будет, так сказать, омолодить. И придут молодые, креативные, со своими идеями. Я все это знаю, все это проходил. Старые проекты будут заброшены. И мы окажемся перед лицом банкротства. Да почему вы так решили? Потому что я знаю молодежь. Вот это вы и называете набраться опыта. Я просто хочу понять, мы в этой ситуации можем себе это позволить или нет? Простите, на мой взгляд, это слишком дорогое удовольствие. Боюсь, что нам придется пересмотреть наши договорные отношения с компанией Марго. А разрешите мне сказать? По-моему, все ясно. Тут нужен или опытный управляющий, или... Айна, минуты... Одну минуту, пожалуйста. А вот я бы все-таки послушал, что скажет Маргарита. Да. А потом мы вместе можем уже и принять это решение. Ну, мы ведь можем себе позволить полюбоваться на такую прекрасную девочку еще 5 минут, да? Прошу, пожалуйста. Пожалуйста, 5 минут. Спасибо. Я хотела бы... вспомнить о старой доброй отечественной традиции, о семейных династиях. Не зря мой отец хотел, чтобы я вернулась домой и помогла ему развивать нашу компанию. Он был непростым человеком. Я знаю, что многим было сложно с ним работать. Но он был тем, кого называют созидателем.
Мне жаль, что мне не удалось поработать с вами под его руководством. Так получилось. Но я хочу сказать главное. Я не собираюсь разрушать компанию. Я не собираюсь никого увольнять. Я понимаю, что любой, даже самый опытный руководитель ничего не стоит без настоящей профессиональной команды. Вас всех собрал мой отец. Я хочу продолжить его дело. Я хочу работать с вами, опираясь на ваш опыт и знания. Я понимаю, что я слишком молода, чтобы самостоятельным стать во главе компании. Я готова работать в паре с вами, Николай Андреевич. Я готова прислушиваться и учиться у вас у всех. Замечательно. Прекрасно сказано, очень прекрасно. Вашу руку, моя дорогая. Что касается меня, то я готов лично продолжить сотрудничество с Маргаритой Владимировной. А вы, господа? Ну, а вы, господин Николай Андреевич, что скажете? Я согласен. Perfect. Совершенно. Стало жутко. Ничего, приедешь домой, отдохнешь. Детка, я горжусь тобой. Ты большой молодец, правда. Давай ты мной через пару лет гордиться будешь, когда Южный построим. Ну и когда у меня будут свои проекты. Слушай, ну, глянь, у меня там таблетки есть в порточке. А я сейчас тогда в переход сбегаю. Там есть ларёчек, воды тебе возьму, да? Давай я сама. Мне нужен свежий воздух. Уверена ведь? Да. Дайте, пожалуйста. С газом, без. Вера. Ринка. Классно выглядишь. А ты... Страшная, да? Нет, красивая, как всегда. Ты что, здесь работаешь? Долгая история. Сколько освобождаешься, может, посидим где-нибудь? Ой, я...
Точно? Да. Привет. Привет. А ты ребята, что за... уходите, пожалуйста. Уходите, пожалуйста. Сейчас милиция приедет. Хозяин, мне надо дождаться его. Нет. Нет, Вер, мы и остаемся. Нет, уходите, пожалуйста. Все, заберем. Идите, пожалуйста, скорее. Зачем вам эти разборки? Давайте быстрее уходите, пожалуйста. Дай визитку. Ручка есть? Ручка. Дай я тебе визитку Кирилла. Пишу тебе свой. Звони, хорошо? Хорошо? Да. Вер, точно все хорошо? Если будут проблемы с хозяином ларька, ты звони, ладно? Да, идите.